добились рядом кандидатов на должность Николаевского городского головы о подписании меморандума о честной конкуренции. Вот такой документ есть. В принципе, его подписали на сегодняшний день 8 человек, 8 претендентов. А вот буквально за 10 минут до того, как зайти в зал, я узнал, что есть иск кандидата на должность городского головы Найды, кандидата на должность городского головы Исака. Ну вот сейчас в Одессе в 16 часов сегодня будет слушаться дело. О чем идет речь, пока не до конца понятно, но тем не менее включение различных возможных механизмов решения вопроса, минуя честную конкуренцию, идет полный ход. Этот документ подписан, он находится на Отгарарской 32. Время не закончилось, его можно подписать в любой момент, но пока желающих больше